В Ульяновской области выбрали команду, которая представит наш регион на всероссийском этапе интеллектуального турнира «Лига знаний, школы и колледжи». Проект организован Российским обществом знания и Российским движением детей и молодежи «Движение первых» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. Участников турнира поприветствовал губернатор Ульяновской области Алексей Русских. Лучшие 15 коллективов сегодня собрались здесь, на площадке Ульяновского государственного педагогического университета. Дорогие ребята, вы уже продемонстрировали свои знания и образованность, эрудицию и интеллект. Вы обошли многих достойных противников и оказались среди лучших. Сегодня вы снова хорошо потрудились и нашли ответы на самые неожиданные вопросы. Я хочу выразить искреннюю благодарность вашим учителям, наставникам, родителям. По итогам испытаний победителем турнира стала команда средней школы номер 31. Глава региона поздравил ребят с лучшим результатом и вручил заслуженные медали. Ученик 10 класса 31 школы города Ульяновска Руслан Чернов давно участвует в различных интеллектуальных играх. Широкий кругозор и смекалка помогли старшекласснику с командой выйти на всероссийский этап интеллектуального турнира «Лига знаний, школы и колледжи». Мы каждую неделю ездим по субботам сюда же в педагогический университет на игры «Что, где, когда». Тем самым мы тренируемся постоянно. На самом деле наша команда, хоть и невероятно рада, но мы очень удивлены. Почему? Поскольку, когда начали перечислять призовые места, это было третье место техникум, второе место гимназия, но мы думаем, как мы, обычная школа, можем победить. Ну, оказывается, что можем. Ребята состязаются в своих знаниях, чтобы проявить себя, подготовиться к поступлению в высшие учебные заведения и подтвердить, что они достойны представлять наш регион на всероссийском уровне. Это масштабное мероприятие, то есть это новая ветка в интеллектуальных играх, которые у нас в регионе считаются одной из приоритетных, и мы с удовольствием принимаем участие в ней. Вопросы всероссийского интеллектуального турнира «Лига знаний» для школьников и студентов колледжей ориентированы на историю России, ее национальное достояние, достижения в области науки, технологий, культуры, искусства и спорта. Всероссийский этап турнира пройдет в Москве 27 июня. Валентина Никонова, Александр Кудряшов, Улправда ТВ.